Девочки, всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас рубрика «Говорящие ручки». Хочу сегодня собрать косметичку на январь, так как для меня, как для человека с двумя маленькими детьми, одному из которых 6 месяцев, январь такой месяц, который полон всяких разных событий. Мы ходим на елки, пытаемся ходить на елки, да, ходим в гости, к нам ходят в гости. И нужно выглядеть всегда лучше немножечко, чем обычно. Вот, поэтому, да и плюс некоторые жидкие текстуры стоят себе очень долго. Ими нужно пользоваться, потому что сухие текстуры меня вообще не волнуют, ничего страшного. Я лично для себя, да, сделала такое решение, приняла, что на срок годности сухих текстур я для себя обращаю внимание, ну, как бы не буду. Вот, а вот жидкие, это немножечко пострашнее, да. Начнем с тональных основ. Я действительно долго думала, какую взять тональную основу. Хотела взять вот эту на январь. Это у нас Kevin Acoin. Такая увлажняющая, с сиянием тональная основа. У меня в оттенке, по-моему, 7. Так, ну что такое? 7 медиум, да. В целом, мне она нравится. Неплохо, но вот эта комбо, которую я каждый раз показываю, она не перебивает вообще ничего в моей косметичке, эта комбо не перебьет. Офигенно так получается, слушайте, вот этот BB придает сияние, а вот эта такая устойчивая текстура, и вместе они дают просто восхитительную кожу, мне так нравится, я уж не знаю, что здесь, скажем так, более... Ну, что дает такой эффект, да, либо вот это HD Ultra, да, от Make Up For Us, знаменитейший тональный крем. Ну, в общем, я взяла два титана, смешала их вместе, и получилось просто бесподобно. Вот, поэтому не знаю, в общем, думала вот эту, но я, вот не знаю, как у вас, по себе стала понимать, что вот когда очень сильно хочешь чем-то пользоваться, да, и ты, типа, это бережешь, у меня такое с помадами, потом перегорает. Думаешь, блин, ну, оказывается, она мне не так идет. Ну, вот как-то так. Поэтому вот пока пользуется, надо пользоваться. Поэтому я решила, что эту тональную основу я брать с собой в январь. Ну, раз не хочется, не буду. Возьму вот эти вот две, пока они у меня пользуются. И они очень у меня, кстати говоря, старички. Самая старенькая, наверное, в коллекции вот эта. Ей уже больше года точно. Хотя нет, вот это самая старая. Ей точно, наверное, года два уже вот этой тональной основе. Не делайте так никогда, надо обновлять, пользоваться. Жидкие текстуры могут вызвать прыщи и строго следовать срокам годности. Вот, поэтому вот эта комбо со мной идет вот в эту косметичку. Давайте я вам покажу. Это косметичка от H&M. Очень удобная такая двойная. Да, супер. Это она у меня вся в хайлайтере в каком-то. Значит, вот такой вот у нее отсек здесь первый. Пластырь всегда со мной. И второй такой отдел для кистей, для карандашиков. Тоже очень удобно. Вот. Значит, идет со мной в январь моя прелесть. По поводу тональных кремов пройдусь с вами быстренько. Очень нравится вот этот тональный крем, такой освежающий, сиянием. Действительно, не зря он их бестселлер, легенда, Touche Eclat. Обожаю, просто обожаю. Не понимаю, почему так долго обходила его стороной. Не зря же люди говорят, вот не зря. Так, значит, с тональными основами мы... я же вам показываю. Дальше у меня появилась в январе вот эта Шанель, их новая вот эта линейка, ну, относительно новая, да. Слушайте, ну, поначалу он мне понравился, у меня в оттенке 3, по-моему. B30. А потом что-то вот, ну, то, что я говорю, перегорело к нему. Вот, наверное, возьму его с собой, скорее всего, буду собирать февральскую косметичку, возьму, наверное, его с собой, но чтобы не стоял, потому что, ну, жалко. Вот это мой фейл. Не понимаю, почему так любят
эти тональные кремы мне не подходят. Маковский тон NC17. В общем, он для меня какой-то светлый, плюс еще он какой-то маской лежит. Ну, как-то вот мимо, к сожалению. Тоже, наверное, буду с чем-то его мешать, пользоваться, потому что жалко. А Double Wear в таком формате покупаю уже второй раз. У меня оттенок 3N1 Ivory Beige. Это прям такой тон, ну, куда-то на какое-то мероприятие, где вы знаете, что надо будет долго находиться, да, больше 10 часов. Не подведет, классно сидит. Единственное, носить обязательно мокрым спонжем и желательно с чем-то смешивать. Я смешиваю вот с этой Anti-Age Global Anti-Aging Wake Up Balm. Вот второй у меня бутылек, кстати, очень мне нравится. Мама красила на Новый год, наносила ее. Прям шикосно смотрится, очень она мне нравится. Ну, такая нужная штучка, нравится больше, чем вот их с этой пипеткой, сыворотка. Вот не понимаю, что от нее все писаются кипятком, я вот от этого писаюсь, вот уже вторая. Смешиваю вместе, и получается прям супер. Капельку вот этого средства и капельку вот этого. И разношу тонким слоем по лицу спонжиком. Получается бесподобно. Вот. Дальше. Вот этот тональный крем. Летом люблю им пользоваться. Дает такое тонкое матовое покрытие. Очень красивый цвет, но для меня темноват. Сейчас он для меня темноват. Третий оттенок, наверное, второй сейчас был бы идеальный. Ланкомские тональные крема очень люблю. У них действительно они очень крутые. Их вот эта матовая серия, да. Если вам не нравится, например, Double Wear, пробуйте вот здесь. Я прям рекомендую. Кожа выглядит очень красиво. Мне нравится отдушка классная. Прям супер. В Double Wear отдушка откровенной химии. Без никаких добавок. Просто вот. Взяли, нахимичили и положили в бутылёчек. Так, с тональным кремом точно теперь закончили. Консилеры я беру все. Все три, у меня их немного. Это True Match в оттенке 2RC. А в первом и в третьем оттенке Estee Lauder. Пока не закончится, буду пробовать, буду пользоваться. Когда закончится, думаю взять тушекла от Yves Saint Laurent. Вот. Хотя вот этот Perfect Match мне тоже очень нравится. У него в составе, знаете, такие тонкие частицы. Тонкие, мелкодисперсные. Давайте попробую нанести, чтобы было видно. Тоже идет со мной в январь. Я не знаю, передаст ли камера. У меня еще плюс тут блестки, конечно, были изначально. Вот, но нет, слушайте, этого не видно на камере. В общем, поверьте мне на слово, такие, знаете, мелкие блестки есть в этом консилере, и кожа выглядит действительно такой сияющий изнутри, мне нравится, несмотря на то, что, хотя L'Oréal сейчас не бюджетно совершенно, но бюджетнее в Saint Laurent раза в три, в принципе, можно брать. У них еще и с кисточкой, тоже надо посмотреть, попробовать. Вот, в качестве, так, кремики можно убрать тональные. В качестве базы под макияж я хотела взять вот эту, чтобы она, знаете, у меня уже добить ее. В принципе, можно и вот эту добить, но это мне нравится больше, чем это. Думала вот эту добить, а потом думаю, надо же эффект вау, и думала еще вот эту положить. Но тут братец мой подарил мне сертификат в Ревгош, и там продавался такой замечательный набор. Их вот этих знаменитых CC серумов я взяла в таком загарном оттенке. Вот, значит, по цене обычного CC серума можно взять обычную версию и плюс travel формат. В travel формате, сейчас я вам скажу, сколько.
10 миликов бесплатно получается. Это очень круто. Девочки, мониторьте. В Ривгошах у нас By 3 представлено. Ну, конечно, и в DLT в ЦУМ они представлены, но там цена DLT-шная, соответствующая. Раза, мне кажется, ну, наверное, на 50% больше там. Вот, в общем, поэтому раздербаню эту упаковку CC-серум пойдется мной в январь. А вот. Не буду сейчас вам тут греметь, но положу потом косметичку. Дальше. Думала пользоваться бронзером. Знаете, каким? В кармане хотела взять пудру. У меня пудра вот эта. Luminous Silk в 8-м оттенке. Такая с вкраплением блесточек. Это вообще обычная пудра, это не бронзер, да, но она в 8-м оттенке, поэтому я ее использую как бронзер. Я подглядела это у визажистов, ну, в смысле обычная пудра, то есть она не позиционируется как бронзовая, да. Давайте я вам покажу свотч. Смотрите, какой красивый оттенок. Так вот, да, и вот. Такой очень красивый, песочно-золотистый, без каких-либо желтинок. Очень мне нравится. Я думала положить его, но, слушайте, каждый день рука тянется вот к этому бронзеру от Sisley, который тут. Я заранее прошу прощения вот за такие вот... спецэффекты. Это расцарапанный стол, это не грязь, ничего не вымазано здесь, вот. Ну и, соответственно, вот какие-то такие мелкие штучки тут. А, это тоже вот от стола. Вот, поехали дальше. Дальше, конечно же, пойдет бальзам для губ. Лукас Папайя, тоже жидкая субстанция, должна быть использована по назначению. По поводу хайлайтера, у меня здесь таких вот много хайлайтеров. Это такой больше розово-холодненький. Буду, наверное, использовать Soft and Gentle в январе, потому что... Извините, пожалуйста. Потому что к нему... тянет сейчас рука, мне кажется, он такой более теплый. Конечно, вот этот тоже очень хочется использовать. Мэрилу. Ну, в принципе, пусть будет. Дальше пудру буду использовать от Лора Мерсье. Потому что заляпанная вся такая она у меня. Оп. Очень похожая история с Hourglass. У меня есть Hourglass, я знаю, о чем я говорю. Такая вот мелкодисперсная, очень приятная. Так вот разносится по пальцам даже для зоны под глазами. Просто припудрить лицо мне очень нравится. Буду пользоваться ей в январе. Вот. Стик. Увлажнять губы. Новенький у меня. Значит, пока не тянется у меня к нему рука. Couture Brow от Yves Saint Laurent для бровей штучку. Скажем ей да. Закрывается-то хоть моя косметичка или нет? Сейчас как-то закроется и все. И смысл моей болтологии здесь. Так, поехали дальше. Тенюшки, тенюшки такие вот Bobbi Brown. Ну, слушайте, на каждый день их. Я тут лучше возьму вот эти. Люкс Визаж. Две штучки мои новенькие. Нет, не вот эти. Во втором оттенке и в 8-м оттенке. Прям нравится. Очень нравится. Классные цвета. Буду ими пользоваться. И, конечно же, возьму праймер. Праймер под глазки. Такой.
такой от Лора Мерсье. Тянется пока рука, не буду пользоваться. Тенюшки любимые. Ой, не тенюшки, а румяна любимые от Лора Мерсье. В оттенке фреско. Такие тепленькие, тоже очень нравятся. Буду пользоваться. Все-таки хайлайтер, видимо, этот лишний. Он вываливается предательски. Да. Подводку от Tom Ford. Конечно же, моя тушь от Vivienne Sabot заляпанная. Надо почистить и убрать. Тоже в косметичку у меня идет. Что еще? Мава Пен. Жить без него не могу. Неоднократно показывала. Тоже уход такой, знаете, за ногтями больше. С губами, конечно, все намного, девочки, сложнее. Потому что вот из этого мне надо выбрать. Что-то. Ну, я позволю себе все-таки выбрать несколько, потому что так нельзя. Сейчас тянется у меня рука к этому бальзаму от Tom Ford. Такой тоже тепленький. Что-то я подсела на тепленькие оттенки. А, естественно, это будет у меня все с карандашом от Vivienne Sabot во втором оттенке. Офигенный карандаш, просто такой вот классный. А, туда же у меня пойдет шик. Обожаю тонким слоем. Туда же у меня пойдет праймер от Guerlain. Терпеть не могу, иногда пользуюсь, потому что конский денег стоит. Вот. Рука тянется к лаковой помаде 62 стил. Прям вот обожаю. Ну, тоже показывала вам. Такой теплый нюд. Вот это коллекция от Influence. У меня какой оттенок? Да, третий оттенок. Тоже такая теплая, холодящая помада. Пользуюсь, мне нравится на самом деле. Вот. Что еще? Чем я еще пользуюсь? Пару раз выходила с максимайзером, слушайте, в минус. На улицу обветрила себе губы. Не делайте так. Я люблю вот так вот себя вести по-дурацки. Так, ну что еще? В сумке у меня лежит моя любимая комбо от Kylie Jenner. Тоже обожаю, обожаю эти оттенки. Просто восхитительно. Помада сама по себе действительно подсушивает губы. По тех характеристикам мне не очень она нравится. Но тот эффект на губах красивый. Знаете, губы такие становятся сразу же. Пухленькие, просто балдежно. Мне очень нравится. Буду пользоваться. Так. Еще из последних приобретений. Кто на меня тут немножечко, как будто бы это субстанция какая-то разъехалась. Не разъехалась, вы поняли? Так, сейчас. Вот, видите, расслоение как будто бы средства. Это я посмотрела видео у Арины Ветрянской и тоже себе купила блеск от MAC в оттенке Citru. Мне кажется, он мне не очень идет. Ну, возможно, я пока еще его не распробовала, это вам просто показываю. Вот. Ну, наверное, слушайте, все по губам, да. Больше, в принципе, ни к чему так рука не тянется. Это, наверное, выжимка. Это лучшее, что мне конкретно сейчас идет и нравится. Ну, в первую очередь, это, конечно, Kylie Jenner. Шик. И вот это 62-я лаковая стил от Chanel. Вот с этим карандашиком. Просто балдежно, классно, офигенно, обожаю. Вот так вот сделаем. Праймер засунем тоже.
Сейчас у меня косметичка не закроется. Я как-нибудь это сделаю. Вот. А по поводу парфюмов. Я, конечно же, так сделать не могу, потому что там у меня вообще в день несколько раз может меняться мнение. Это будет нечестно. Там надо хотя бы какую-то прям делать глобальную подборку на месяц. Вот. И то, знаете, делаешь подборку на месяц, ну, реально, неужели не хочется подборку эту нарушить? Мне прям иногда очень хочется, поэтому я перестала эти подборки делать. Именно месячные такие. Вот, значит, вот такая вот у меня была, будет, вернее, косметичка весь этот январь. На праздники я красилась действительно вот этой косметикой. Мне кажется, что это вот на сегодня такое самое любимое. Самое. Как видите, кушон я здесь от Валентина не упоминаю. Я, наверное, его оставлю. Здесь SPF 50 на лето. Буду радоваться жизни. Очень, конечно, удобно им пользоваться. Открыл, нанес, в зеркало посмотрел, закрыл, руки чистые, все чистое, ничего не пачкается, прям супер. Но сейчас как-то мне не хочется почему-то им пользоваться, не знаю, с чем это связано. Вот такая вот подборочка, в общем, рассказывайте, чем вы пользуетесь из того, что я сейчас показала, что у вас есть. Извините, пожалуйста, ребяточки. Я просто не отсняла еще. Я люблю помады красиво фотографировать. Да, я вот такая чеканутая. Мне мама подарила. Мама с папой подарили такую помаду на Новый год. От Pat McGrath. Нюд Винус, по-моему. Да, Нюд Винус. Такая вот она просто пушка. Офигенская. Смотрите, какая красота. Я думаю, что она тоже будет в моих подборках. Сейчас я ее красиво сфотографирую. Конечно же, сделаю сводчи. Я думаю, что в Телеграме в первую очередь. В шортс, наверное, выложу обязательно. В общем, следите. А на Телеграм, кстати, подписывайтесь. Там, конечно, все намного-намного быстрее, чем здесь. Потому что как-то, ну, удобнее выложила, пошел. Вот такая вот подборочка. Оставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мой канал. На телеграм-канал, пишите комментарии, рассказывайте, что у вас из этого из всего есть, что бы вы поменяли бы, что вам тут больше нравится, с чем вы не согласны. Все, люблю послушать, потому что мы же тут косметические маньяки собрались. Вот, поэтому вот так. Целую вас, обнимаю. Хорошего всем вечера, дня, в общем, времени суток. Пока-пока.